Привет! Сегодня вот так вот резко будет влог о моей поездке в Питер. Небольшой рум-тур комнаты, которую я сняла на Airbnb. Из плюсов — хорошее расположение, приятная обстановка, есть все необходимое, из минусов же было довольно холодно. Если кто-то хочет ее снять, я оставлю ссылку в описании. Я приехала в Питер вечером 12 марта, 13-го пошла завтракать в яйцо и булочку, было довольно вкусно. Посидела в кафе при оранжерее Таврического сада и немного порисовала. При покупке кофе вход в оранжерею бесплатный, но в тот день она работала только с 4. Затем встретила знакомую, съездила за куклами, которых нашла на Авито по очень хорошей цене, и пообедала в Таяки. А потом решила вернуться в оранжерею, чтобы посмотреть, как там все внутри. Растение не в лучшем состоянии, но как приятный бонус кофе сойдет.
Утром 14-го мы поехали на удельную. Впечатление от барахолки так себе. Цены завышают до небес, люди какие-то напряженные и грубые. И интересных вещей почти не было. Но мне понравились винтажные игрушки и значки. Я взяла себе несколько. Да-да-да-да-да. Хорошо. У меня сколько? 8 штук есть, еще 4 недостающие. Хорошо. Что к вам, господин? Да-да-да. Да. Хорошо, что я обратил на это внимание. Пообедала в Пому. Когда я была в Питере в прошлый раз, они были закрыты, но мне очень хотелось попробовать их рамен. Я была очень голодная, поэтому полную красивую тарелку с едой вы здесь не увидите. Затем мы попили сидра в Сидре Нэнси и поехали домой смотреть кролика Джоджо. У нас 15 марта прошла Бахча. Это такой питерский арт-маркет, который проходит дважды в год. Было довольно прохладно, и к концу дня весь стол и вещи покрыли слоем пыли, но в целом было здорово. Я была рада поговорить с другими участниками и посетителями, и в очередной раз заметила, насколько легче мне говорить с людьми сейчас по сравнению с 2017 годом. Как дела?
Очень холодно, Диман. Очень холодно, да. Максимально холодно. Немножко хотите, чтобы... Когда написали про тёплые шарфы, я сразу подумала, здрасте, повторение огонька. У меня заказали скетч Себастьяна из «Зла вовнутрь» и подарили сладости и чай из «Кантаты». Я писала о нем в паблике, и это так приятно, что люди читают посты, и им есть дело. Если вдруг ты смотришь это видео, спасибо тебе большое. С помощником Маркета становится намного легче, и благодаря своему другу я могла спокойно дойти до интересных мне ребят, поговорить с ними, купить мерч и все такое. Отхваченный мерч с московской зоны и Бахчи я покажу в конце видео и оставлю все ники в описании. После маркета мы поужинали в пироговом дворике и немного посидели в Буше, и утром 16-го я полетела домой. Вот такой вот получился влог. Дайте знать, если хотите чего-то подобного, и я попытаюсь записывать штуки, когда в жизни будет происходить что-то интересное. Как-то так. До следующего видео. Всем пока!